Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией продолжает ухудшаться уже четвертую неделю в Нижегородской области. За прошедшие сутки 737 заболевших и 40 погибших. Практически каждый день новый печальный рекорд. В связи с этим усилен контроль за соблюдением масочного режима. Рейды проходят во всех городах и районах области. Вот, например, проверка в Балахне показала, что далеко не все соблюдают масочный режим. В магазине находится еще немного. У вас маски есть? Нет. Примите ее, пожалуйста. Ну ладно, извините, забылся. Забыл. Извините. Должны осуществлять контроль, чтобы посетители в зале находились совершенно мёртвыми дыханиями. Не допускать обслуживания на кассе указанных лиц. Работники на рабочих местах при выполнении своих обязанностей должны быть обязательными. Нет, это мы в кармане. Я думаю, что половина-то уж точно придерживается. Вот по магазинам, в автобусах, поликлинике, все это. Ведь проходили мы все в истории, были всякие эпидемии, все. Но когда все прививались, и было, как говорится, толк от этого. Вот. А сейчас почему-то некоторые отрицают, просто необдуманно.